Новый скандал, связанный с ребенком. Из Ершовской районной больницы в областной ожоговый центр перевели 5-летнюю девочку с многочисленными травмами. У нее помимо телесных повреждений психологический шок. И это неудивительно. Ребенка избили в приемной семье. По предварительной информации, многочисленные побои ей наносили сводные братья и сестры. В многодетной семье воспитывается двое своих и четверо приемных детей. Пострадавшую девочку взяли на воспитание в прошлом году. Сегодня она проходит реабилитацию. Поливали ее кипятком из чайника на голову. Ну, и просто жестоко били. У девочки переломы носовой перегородки, вывихи челюсти. В общем, короче говоря, масса гематом, ссадин и вот этих ожогов. Так что сейчас мы с ней работаем, все консультанты, специалисты. Специалисты не исключают, что побои в этой семье не единичный случай. Свидетели рассказывают, что брат пострадавшей девочки тоже приходил в школу с синяками и ссадинами. Его также сейчас изъяли из семьи. И несмотря на то, что приемные родители в целом характеризуются как положительные, будет решаться вопрос о том, чтобы забрать из их семьи всех детей. Увидев последствия конфликта, первое, что должна была сделать любая мама, как и настоящая, как и приемная, это обратиться в медицинское учреждение и оказать детям медицинскую помощь тут же. Здесь тоже ситуация не совсем так развивалась. Поэтому вопросов есть очень много. На все эти вопросы необходимо ответить именно с тем, чтобы не подвергать аналогичной опасности других детей. И я надеюсь, что опекунский совет примет правильное решение. Пока мы не имеем уверенности в том, что в этой семье дети находятся в безопасности, они там находиться не должны.